Обстановка с коронавирусной инфекцией не улучшается. Около 50 новых случаев заболеваемости каждые сутки фиксируются на территории Магаданской области. Умирают люди. В некоторых случаях даже те, кто принимал необходимые лекарства. В детской областной больнице развернули 20 дополнительных коек мест. В Вольском районном госпитале планируют добавить 25 мест для носителей COVID-19. Дополнительно вызывают на работу врачей. О текущей эпидемиологической обстановке стало известно на брифинге главного внештатного инфекциониста по Магаданской области Елены Кузьменко. Регистрируются заболевания во всех муниципальных образованиях Магаданской области, кроме Северо-Ивинского городского округа. Всего инфицировано у нас 3987 человек. Ежесуточно выявляется около 50 новых случаев. За предыдущие сутки у нас выявлено в Магадане 45 человек, в Амсукчане 2 человека, в Сусумане и Воле по одному человеку. 80% заболеваний протекает в легкой форме. Это повышение температуры до 37,2 градусов, проявляется умеренная интоксикация, слабость, мышечные и головные боли. По словам Елены Кузьменко, симптомы купируются в течение 5 дней. Для этого достаточно соблюдать домашний режим и применять лекарства, которые помогают при острых респираторных заболеваниях, такие как ибупрофен, парацетамол, витамин С и обильный прием воды. Также у заболевших людей старше 45 лет наблюдается образование тромбов. Им необходимо принимать кроворазжижающие препараты. Болеющим тяжелой формой коронавируса лекарства прописывает врач.